А вот если мы возвращаемся в усадьбу, кто там хедлайнеры? Если Мазаев там не хедлайнер, то кто там? Ну, я сейчас имена не помню. Это группа, которая... Это очень хорошие музыканты. Угу. Будет группа... Надо было бы, конечно, пригласить кого-нибудь из оргкомитета. Приглашу. Будут израильский коллектив, очень хороший. Канадский коллектив будет. Будут австралийские будут ребята. Угу. Очень много интересных. Будет оркестр Сергея Мазаева. Ну, это да. Мы сыграем музыку разных времен и разных народов. Mm-hmm. Там у нас будет и Сфасман, и Генри Манчини, и Вивальди. Mm-hmm. То есть авторского ничего не будет, собственно, от Собственно, нет. Будет песня одна с Игорем Матвиенко, наверное. А, нет, я имею в виду... Которая написана для нас. А, для оркестра или для морального кодекса? Для Мазаева, нет. Для морального кодекса пишет только моральный кодекс, на самом деле. Понятно. А как, кстати, что мы про моральный кодекс все-таки поговорим немножко? Что нам и когда ожидать от морального кодекса? Ну, у нас текущая рутинная работа. Мы как бы репетируем, делаем новые песни. Mm-hmm. Потому что пластинка вышла год назад, чуть больше, 14 февраля прошлого mm-hmm. года. Ну, она не особо была замечена общественностью. Так, в общем, люди пропустили ее. Почему? Я не знаю. Ну, наверное, она мощноватая, может быть. Не знаю. Ну, как-то... Я не знаю. Я причины не стал выяснять. Но не было... Было одно всего интервью с одним из журналистов, каким-то тоже таким не музыкальным, больше mm-hmm. тусовочным человеком. У нас, ну, как бы люди себя выдают... Ну, из себя меня корежут. Mm-hmm. И все. Никаких не было ни радиоэфиров, ничего. И музыку. Я очень долго уговаривал наше радио поставить. Доказывал им, что это наша песня, что это так. Тоже ваша. Вот песню «Зима» они поставили в апреле в эфир. Угу. Поздновато. Ну ладно, это все от песни зависит. Песня, конечно, не очень хорошая. Она им просто не очень нравилась, наверное. Угу. Но я надавил на дружбу, поставили. Угу. А зря. Не надо было этого делать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».